Травма на производстве в Бийске устанавливает обстоятельства травмирования работника московского лунопарка. Молодой человек получил травму головы при монтаже аттракциона. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. 29 марта в Бийске на территории Петровского бульвара 21-летний работник московского лунопарка, который недавно приехал в город, осуществлял монтаж аттракциона «Летающая скамейка». При проведении данного монтажа работник лунопарка получил достаточно серьезную травму головы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение техники безопасности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.